Привет всем друзьям и гостям канала «Все получается вкусно» и с вами Галина. Сегодня я предлагаю вам вкусные шоколадные блины. Кто любит шоколад? Оставайтесь с нами, мы их сейчас приготовим. Они очень вкусные. Для этого понадобятся вот такие ингредиенты. Готовим тесто. 2 яйца, 3 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, 1 пакетик ванильного сахара, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Все хорошо взбиваю венчиком. Постепенно добавляю муку. И хорошо вымешиваю. Добавляю 2 столовые ложки какао-порошок, обязательно просеянный. Наливаю половину молока. Все перемешиваю. Добавляю оставшуюся муку, пол чайной ложки разрыхлителя и молоко. Хорошо все вымешиваю и вливаю в стакан крутого кипятка. Теперь тщательно завариваю тесто, размешивая его. Вот такое тесто должно получиться. Оставляю его на 10-15 минут и можно идти жарить. Хорошо разогретую сковородку смазываю маслом. Один раз, последующие разы можно не смазывать. На середину выливаю тесто и кручу сковородку, распределяя по всей сковороде тесто. Когда края начнут подрумяниваться, переворачиваю блин на другую сторону. Переворачивается очень легко. Блины жарятся очень быстро, отходить нельзя ни на секунду. Пока жарятся блины, я взяла такое шоколадное масло 100 грамм, растопила его немножко в микроволновке и смазываю им блины. Получаются очень вкусно. Складываю их в треугольник. Вот такие замечательные блины получились для любителей шоколада. Очень вкусные. Кушать их можно со сгущенкой или без ничего, просто с чаем, потому что внутри у них и так есть шоколадное масло. Приготовьте такие блины своим сладкоежкам, они им точно понравятся. Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, до новых вкусных встреч. Пока-пока!